Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Енот Постригун». Сегодня у нас относительно свежая для российского рынка машинка Wall Senior Cordless. Появилась она на российском рынке недавно, и вообще история распространения ее в мире довольно нестандартна. Появилась она сначала не в США, а в Англии ограниченным тиражом. Там порядка 90 штук, что ли. Потом она появилась в свободной продаже в Англии. Только после этого она, наконец, появилась в свободной продаже в США, а уже после этого в остальном мире, куда входит и Россия. Машинка эта продается в нескольких различных комплектациях в зависимости от рынка. Как всегда, самая бомжатская комплектация в США. Там эта машинка идет со стандартными насадками, такими же, как у Супертапка. Не премиальными насадками, но зато их там 4 штуки. Или нет, не 4, 6, да, с промежуточными тоже. В России и в остальной Европе выпускается данная машинка в комплектации 7 бомж. Она идет с премиальными насадками, но премиальных насадок для России и для Европы зажопили и положили всего 3 штуки. Полторашечка, 3 мм и 4,5 мм. А вот в Англии данная машинка продается в полной комплектации или в расширенной комплектации, если угодно, она продается с 10 премиальными насадками. Ну, я уж не знаю, насколько их нужно, этих насадок 10 штук. Я думаю, и 3 премиальных, 1,5, 3, 4,5 мм в большинстве случаев для парикмахера, для мастера достаточно. Но это тот случай, когда больше уж точно не хуже. Давайте поговорим о машинке в целом. Машинка в целом является, в общем-то, давно нам знакомой вариацией машинок Wall Super Taper Cordless или Wall Magic Clip Cordless. Те же самые абсолютно обводы корпуса, немножко изменилась форма крышки. Да, здесь выступ под палец, этот выступ был и на проводном сеньоре, который в России не продается, продается в США. Ну и вот он перекочевал и на аккумуляторную версию. Ну, само собой, поменяли цвет крышечки, это святое дело, и изменили материал нижней части корпуса. Теперь это алюминий, до этого был полимерный низ, но алюминий выглядит красиво, какой-то функциональной нагрузки он не несет, можно было бы сказать, что он будет лучше рассеивать тепло, но это не так, поскольку внутри этого алюминиевого корпуса внутри вставлен еще пластиковый тазик, на который, собственно, крепится мотор и все остальное. Поэтому контакта мотора с алюминием нет, и рассеивание тепла получается не очень. Дальше. Нож. Один из главных минусов Magic Clip, хотя и главных плюсов, это был его нож с хитрожопым верхним ножом из двух рядов, который обеспечивал более чистое сведение, но тем не менее был не очень долговечен и у многих умирал буквально за полгода из-за того, что зубчики вверху были мелкие, они быстро стачивались. Здесь поставили наконец-таки нормальный нож от легенды, и для того, чтобы нож легенды сводил так же чисто или даже чище, чем у Magic Clip, здесь добавили оборотов. Добавили оборотов, увеличилось потребление электричества данной машинкой, и поэтому на том же самом аккумуляторе, здесь установлен внутри тот же самый аккумулятор на 2200 мАч, так вот, на нем работает уже не 90 минут, как Супертапок или Magic Clip Cordless, а работает всего лишь 70 минут. При этом, если говорить о машинке для России, то она заряжается все так же 120 минут. А вот если говорить о машинке для Англии, то машинка для Англии заряжается всего лишь 70 минут. 70 минут работы, 70 минут зарядки. В России 70 минут работы, 120 минут зарядки. Что, конечно же, не так интересно уже. Да? То есть заряжаемся вдвое дольше, чем работаем. Но, тем не менее, для большинства случаев это вполне допустимо, тем более, что возможно работать и от провода. Дальше. Что же идет у нас в комплекте к машинке? Здесь машинка из Англии, поэтому комплектация отличается от того, что есть в России. В Англии поставляется у нас машинка, защитная насадка, 10 насадок премиальных от 1,5 мм и до 25 мм. Идет
расческа, ну и масло, кисточка, само собой. И само собой идет у нас зарядное устройство. Давайте все это достанем, на все это великолепие посмотрим. Расческа, зарядка, масло, щеточка и насадки. Насадки, как я уже говорил, премиальные, в принципе, они всем хорошо знакомы. Но давайте еще раз глянем, как они выглядят для тех, кто недавно только подключился к нашему каналу и вообще к интернетам и к парикмахерскому искусству. Насадки выполнены из пластика с добавлением стекловолокна, да, армированные стекловолокном. Они более прочные, у них сглаженный кончик, они жестко фиксируются за счет металлической застежки, то есть они гораздо интереснее, чем на том же тапке беспроводном или проводном. Да, ну, клевые насадочки. Ну и давайте сделаем вывод. Все же таки, покупать, не покупать эту машинку. Машинку покупать рекомендую. За счет достаточно высокой частоты она обеспечивает быструю скорость снятия массы, она обеспечивает гладкое сведение, и нож более традиционной конструкции, более долговечен, чем нож Magic Clip. Поэтому, если вы выбираете себе универсальную машинку, первую машинку, то это вполне себе неплохой вариант, если вас не смущает ее цена, поскольку она, опять же, дороже, чем тот же Magic Clip. Если же у вас уже есть Magic Clip, то покупка, не знаю уж, насколько целесообразна. В принципе, ничего нового не привносит. Да, здесь новый нож, используется новый. Можете подождать, пока на вашем Magic Clip беспроводном затупится ваш старый, выкинуть его и прилепить на него нож от легенды. И получите практически тот же беспроводной сеньор. Тем более, что насадки у вас уже есть. Будут еще какие-то вопросы, спрашивайте. На этом, пожалуй, обзор закончим. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Енот Постригун». Не забывайте заглядывать в нашу группу ВКонтакте «Енот Постригун». Можете там задавать свои вопросы. Ну и не забывайте, что у нас есть замечательный интернет-магазин «Енот Постригун», где вы можете приобрести эту машинку, ну и много чего еще интересного и вкусного. Засим я с вами прощаюсь. Пока-пока.